штуковина? Ритка изобрела какую-то дрель для ресниц. О, костыль пришел! Привет. Привет. Мишка, иди сюда. Привет. Привет, костыль. Что-нибудь выпьешь? Нет, отлично, а то мне некогда. Скажи, ты во сне это все придумываешь? Или есть какой-то особый способ? Есть. Когда мне не мешают и не отвлекают меня тупыми расспросами. Итак. Родной коллектив заказал мне подарок для шефа. Зацепин что вам всегда говорит? Как бы ему хотелось по травке походить, по прибрежному песочку, вместо того, чтобы в офисе околачиваться. Пожалуйста. Тут вот песок с калифорнийского пляжа, галька из Акапулько, там крымские ракушки. Как шеф-то повезло, а? То есть, значит, одну ногу он в Техас, да? Другую в Гондурас? Ну, масса вариантов. А это что такое? Ух ты, это... Это Таиланд, да? Массажные. Ух! Слушай, шеф в восторге будет. Твой новый бренд. Тапки для трудоголика. Ну, я не думала об этом. Скажи, а чего ты сама не презентуешь свои эти примочки? Ну, главное, придумываешь, да, это все? А самое... Важное сестре поручаешь. Костель, у нас с тобой разные представления о важном. Понимаешь, клиент должен разговаривать не только с посредником, но и с автором всего вот этого безобразия. Многообразия, я хотел сказать. Правда, тебе нужно учиться продавать не только свои идеи, но и себя. Да, клиент прям вот ломанется. Не понимаешь ты меня. Ольга представляет мои разработки, потому что у нее есть обаяние, ораторский дар. Она выглядит убедительно. Усовершенствованная беговая дорожка для собак с лишним весом. Весь смысл в том, что пес, которого невозможно заставить пробежаться, начинает тренироваться самостоятельно. Вот отсюда появляется миска с едой, но только после того, как пес преодолеет заданный вами километраж. И через неделю пес будет знать, как добыть себе еду и начнет тренироваться самостоятельно. Я бы для себя такой купил. Рискуешь. Холодильник не откроется, пока не пробежишь 5 километров. Но самое главное, не нужно мучить ни себя, ни пса диетами. От этого только одни расстройства. На таймере, например, можно поставить не более часа пробежки в день для того, чтобы сердце не испытывало перенагруза. Отличная штуковина. Вместе с тренажером мы подарим вам промо-ролик. Да, аллергия до собак. Дед, а сегодня не приеду, передачу у сестры. Целую. Иди скучай. Приглашение на юбилей шефа для Риты. Ага, она все равно не придет. Зарается с головой в свои пакеты, используя, проведет время. Коллектив уже забыл, как выглядит твоя сестра. К 5-му я все доделаю. Здорово. А 10 числа в 19:00 шеф ждет тебя. Ресторан Кровно. Хорошо. Хорошо, это приду? Нет, это хорошо, работы много. С пользой и время проведу. Да? Сколько? Что опять? На, Гриша, ты пересчитывай. У тебя деньги с собой есть? Ты здесь-то что? Давай, давай. Да, стой. Да, пойдем. Пойдем, ты подведешь? Да я подведу. А что такое? Что случилось? А? Воду давайте. Все точно? Когда было не точно?
Ты посмотри на эти рожи, а? Ведь ничего человеческого. Паноптикум. Детка, ты самое большое чудо в моей жизни. Однажды тебя запекут в этом гриле до золотистой корочки. О, ты мой ангел-хранитель. Влад, ну в следующий раз хотя бы... Рит, слушай, у меня очень срочное дело. Нужно бежать. Я к тебе вечером заскочу. Созвонимся! Смотри, гоблин недоделанный. А ты помалкивай, я с ним сам разберусь. Мой друг часто попадает в нелепые ситуации. Вот иногда приходится его выручать. А вот не надо его иногда выручать. Придумай для своего бойфренда гаджет, который бы обнулял все его карточные долги. Слушай, ты давай не вмешивайся в отношения взрослых. Кость, я тебе деньги завтра верну, хорошо? Да-да, хорошо. Она-то тебе завтра деньги вернет. А вот Влад ей никогда. Да, мам. Сегодня? Хорошо, заедем. Ну почему? Мои дорогие! Мам, привет! Привет, моя доченька! Познакомься, это мой коллега Костя Самарин. Очень приятно, Нина Андреевна. Добрый день. А это наша бабушка и ее дрессированные пиявки. Она с ними в цирке выступает. Это мой маленький бизнес. Впечатляет. Никогда их не видел в таком количестве. Вы что, никогда не лечили с пиявками? Мам! Ну, человек интересуется. Вот возьмите мою визиточку, и когда вас это заинтересует, обращайтесь. Не пожалеете. Пиявка рождена, чтобы творить чудеса. Она рождена, чтобы нажраться и сдохнуть. Это не самый великий путь. Очень остроумно. Вообще-то я не планировала проводить экскурсию по своей жизни. Да ты на таких экскурсиях можешь деньги зарабатывать. Прости, я просто хотел сказать, что... Да понятно. Со стороны, наверное, это все жутко весело, да? Пиявки, кредиторы, карточные долги. Очень насыщенная жизнь. Да, офигенно насыщенная. А почему бабушка не занимается внуками? Ну так у нее же бизнес. Клиентура, процедуры. А у тебя? Но я все равно дома сижу. Работаю, ты хотел сказать? Да. И у всех, кто на тебе ездит, дела более важные, чем у тебя, да? Ты хочешь дать совет, который круто изменит мою жизнь? Тебя используют. А ты этого даже не замечаешь. Я занимаюсь любимым делом. Рита. Ты талантливый человек, а погрязла в бытовухе. Спасибо, что подвез. Деньги пришел отдать? Давай я передам. Я вообще-то с Ритой пришел поговорить. Может, дашь пройти? Конечно. А кто там был? Мормоны. Здрасте. Здравствуй. Ну что, Влад, опять? Спасибо за понимание.
Привет. Слушай, сестра твоя стерва. А соседи, наоборот, изумительные. Видишь, поверили, пустили. Как твое срочное дело? Да. Слушай, Рит, мне тут к завтрашнему дню перевод один нужно состряпать. Поможешь? Смотри, мне за перевод деньги заплатят, а я тебе как раз долг верну. Просто офигенный расклад. Ему за Риткин перевод деньги заплатят, а он в качестве долга отдаст заработанные ею же деньги. Супер. Может, ты ей деньги платишь за то, что она с твоими детьми сидит, пока ты с хахалем своим зависаешь, м? Я что-то… Что ты сейчас сказал? Ничего. Стоп, ребят, хорош собачиться. Оль, пожалуйста. Да у меня дети в доме. А этот хам тут разборки устраивает. Ротик закрой. Да все, брейк! Нет, ну тебе нравится, да, когда тебя используют и дуру с тебя делают? Че ты ее слушаешь? Я у тебя где-то здесь рюкзак оставил. Оль, живи ты своей жизнью, дай мне жить моей. Она у тебя есть. Буклеты ему переводишь. Но ты что, не видишь, что как женщина ты его не интересуешь? Че за фигня? Итак, по традиции, сначала о хорошем. Наша рекламная кампания по сигнализациям одобрена. Вика, свяжись с дирекцией, начинаем работать. Так, теперь ветеринар. Ольга хорошо потрудилась и провела блестящую презентацию по собачьим тренажерам. В результате на собачьи тренажеры нам поступило нереальное количество заявок. Костя, бросай все и подключайся. На тебе все технические вопросы. Со всей серьезностью занимаемся собачьими делами. Исходя из вышесказанного, Ольга проставляется и накрывает поляну на весь коллектив. Исходя из чего, я не поняла? Исходя из того, что я тебя назначаю руководителем проекта с соответствующим повышением заработной платы. Так, а теперь о мелкотравчатых и низкобюджетных проектах. Омега Плюс утвердила разработку твоей сестры… Как ее? Риты. Риты. Да. Его тоже нужно довести до конца. Никакой прибыли нам это не принесет, но надо отделаться и больше не брать подобные мелочевки. Кость, ты сейчас домой? Нет, я на пару часов задержусь. Хочешь, я тебя подожду, потом сходим куда-нибудь выпьем. Извини, не получится. Ничего, малость покабенится и никуда не денется. Паршивый денек. Просто отвратительный. Тогда одной бутылки будет мало. Влад! Вы ведь Рита, переводчица, а я Марина, начальница Влада. Садитесь. Мне очень приятно с вами работать, Рита. Ваши переводы всегда самые лучшие. Рада с вами познакомиться. И для меня это большое событие. Скажите, а как долго мы с вами работаем? Больше года, представляете? Так получилось, что все заказы у нас авральные, никакой личной жизни. Ой, вы извините, что здесь приходится с вами расплачиваться. Спасибо вам большое. Срочность – это же всегда потеря качества. Но это не про вас, Рита. Вы всегда на высоте.
Да, это мое кредо. Надеюсь, что и дальше мы будем с вами сотрудничать. Простите, к сожалению, это невозможно. И я решила подвергнуть свое тело криозаморозке, чтобы через 100 лет проснуться другим человеком. Как самочувствие? Я с этим еще пока не определилась. Ты в состоянии забрать мальчишек из школы? Не волнуйся, я, как всегда, буду на высоте. Это и пугает. Рита. Привет. Вот это да? А я думала, это у меня все плохо. Надень обратно. Лучше? Нет. А у меня открытый урок пропадает. Пригласили звезду, а он на Варшавке где-то застрял. Слушай, Рит, займи их чем-нибудь, а? Минут на 20. А тема урока какая? Мечты сбываются. А по мне заметно? Ну. Разные мечты бывают. Ты что за звезда-то? Бывший футболист. Сейчас в кино снимается. Спасибо. Ну, наконец-то. Да, я ему отдал голевую передачу прям, да. Рита? Поздно, он тебя уже заметил. Рит? Ребят, Рит, это ты? Привет! Рад тебя видеть. Всем привет! Мне сказали, что тема нашей сегодняшней встречи – мечты сбываются. Одна моя мечта сбылась прямо сегодня. Я встретил свою давнюю, хорошую знакомую. Сколько лет мы виделись? 10 лет. 10 лет. Ты, кстати, не свела татуировку? У нас одинаковые татуировки есть, вот. Вот, и у меня. Что здесь написано? Жизнь отстой. А, нет, не это, сейчас. Вот. А здесь? Рули мечтой. Ребят, пусть это будет и вашим девизом тоже. Рули мечтой. Мам, привет. Узнаешь? Конечно, узнаю. С утра ты мало изменился. Мам, ты чё? Рядом со мной. Это же Горшенёв. Риткин, что ли? Ну да. Смотри. Так, идите, быстренько собирайтесь. А он даже лучше стал. Теперь в кино снимается. Ну, для кино он больше подходит, чем для футбола. У нас вся сборная для кино больше подходит, чем для футбола. Жалеешь, что рассталась с ним? Нет. Ну, а ты, ну, хоть бы накрасилась, а то выглядишь, как его мать. Оль, можно я поработаю? Слушай, а ты никогда не думала, как могла бы измениться твоя жизнь, если бы ты вышла замуж за своего Горшенёва? Думала. Теперь хочу заняться физическим трудом. А я фаталист. Мои поздравления. Угу. И я считаю, что от судьбы не уйдешь. Так что не расстраивайся, он абсолютно не твой человек. Вы из разных песочниц.
Шикарный дом, красивый муж, Бентли, Ягуары – это все не главное. Да, главное – это оттянуться, пока не сдох. Оль, иди пофантазируй на кухню. Да? Могу. На эти выходные? Ну, хорошо, договорились. Никита к себе на дачу позвал. Заедет? Нет. Ну, он сказал туда приезжать. Ну-ну. Так, вы собрались там? Здравствуй, Рита. Здравствуйте, Любовь Давыдовна. Всего хорошего. Банзай! Эй, привет, мой хороший! Банзай! Пойдем! Здравствуйте! Привет! Как дела? Это провокационный вопрос. Риточка, какой ты стала, я сама, солидной девчоночкой. Как вы поживаете, тетя Катя? А, любишь долгие рассказы про болезни? Кто же их не любит-то? Ладно, пошли в дом. Мама хочет, чтобы в доме все оставалось по-прежнему. За 10 лет ты его ни разу не менял? Нет. Ребята, к столу. Пойдем. Ну, давай, рассказывай любопытной старушке, чем занимаешься. Ма, Рита гаджеты придумывает. Гаджеты. Это значит в переводе, какой же ты гад? Почти. Ой, Рита, ты все-таки молодчина. Свое детское увлечение превратил в профессию. Не каждый бы так смог. Ну, вообще, 90% моих изобретений – это груда хлама в моей мастерской. Иногда очень дорогостоящего и никому не нужно. В жизни бы не сказал так. Слишком затратно, слишком неординарно, нерентабельно, не будет спроса. Я это слышу постоянно. Идея замечательная, но… И дальше целый список причин, по которым сделка не состоится. Но ведь для изобретателя главный процесс, да? Так и есть. Полная сублимация. Никитка совсем спорт забросил. Ма, в моем возрасте многие заканчивают заниматься спортом. Мама думает, что мне до сих пор 15 лет. Ну, вообще-то мы все так думаем. Да. Ну, если только ненадолго. Хорошо. Все нормально. Рит, можно тебе на минутку? Слушай, мне тут позвонили, в общем, мне надо ненадолго отскочить. Что случилось? Не-не, все нормально. Я же вижу, говори. Да нормально все. Я хотел попросить тебя, ты за мамой присмотри и не обращай внимания на всякие там ее странности. Какие странности? Ты о чем? Ну, она может начать заговариваться, забывать чего-то там. В общем, у нее ранний Альцгеймер. Ну, я тебя предупредил. Если что, не удивляйся. Ты не волнуйся, все будет хорошо. Поезжай. Хорошо, я быстро. Пару часов и вернусь. Мам, я отъеду ненадолго, а Рита пока с тобой побудет. Куда это он рванул? Да, по делам. Скоро вернется. Что, просил за мной присматривать? Ну ладно, я сама знаю, что временами ухожу в астрал. Правда, потом ничего не помню. Что творила? Ну что, а пироги-то будем есть? Конечно, будем. Держи. Ну,
Ну, если у меня, друзья, я вот... Стенограмма, нет документа? Объясните мне. Мы все время вот сталкиваемся с тем, что нам говорят. Вы просто вот на самом деле опухнулись, потому что мы, собственно, там могли обещать вам все, что угодно, но мы не настояли на то, чтобы... Еда вполне подходящая. Ну что, как мама? Все хорошо? Да, да, мы поужинали, она легла. Я по дому ходила. Знаешь, здесь ничего не изменилось. Ни одна новая вещь не появилась. Да. Как будто и не было этих 10 лет. Нам хорошо здесь было. Да. Рид. Оставайся и живи здесь. Перевози племянников, мы тебе здесь мастерскую сделаем. Я понять не могу, а тебе это зачем? Ну как зачем? Я соскучился. Нет, ну это понятно, конечно, но... Никит. Что-то не так? Ну вот это я и пытаюсь выяснить. Ты понимаешь, у меня просто нет сил на мимолетную интрижку с бывшим. На долгосрочную интрижку есть? Ну, я должна подумать. А вот давай без майки подумаешь, а? Слушай, а давай завтра? А завтра не получится. Я уеду на съемки. Погоди. Ты же меня сюда на 2 дня позвал. Ну? Ну, если ты знал, что ты уезжаешь, зачем тогда? Рит. Я тебя хотел попросить кое о чем. А. Это ты, очевидно, после секса хотел меня попросить. Ну, зачем ты все усложняешь? Ну, твоя ведь задача — упростить людям жизнь. И как же я могу тебе ее упростить? Мама моя, она больна. Уже 3-ю сиделку прогоняет. И если бы ты согласилась пожить здесь и заодно за мамой присмотреть, я заплачу. Сколько скажешь? Рид, мама тебя обожает. Тебе здесь нравится. Племянники будут в восторге. Давай, соглашайся. Спасибо огромное за предложение. Условия просто потрясающие. Я подумаю, обязательно вам перезвоню. Рид, ну погоди, ну... Отдохнула? Никита сделал мне предложение. Даже теперь не знаю, соглашаться, нет. Хочешь нанять меня сиделкой для своей матери? Не упусти свой шанс. Я знаю, что будешь сидеть на природе, ковыряться в своих гаджетах, левым глазом посмотреть за мамой, плюс хорошие деньги заплатят. И секс с таким красавцем уж куда лучше, чем с твоим голодранцем Владом. То есть я могу рассчитывать только на такой вариант отношений, да? Ой.
Рит, ну твои отношения могут начинаться как угодно, но итог один. Вялотекущий тухляк. Тебя всегда будут использовать. Профессионально, сексуально, морально, социально, ментально. Рит, дверь открой. Чего, наречия закончились? Закончились. Будешь резать вены, кафель не испачкай. Хорошо, поднимайся. Макет готов. Да, я всю электронику настроила, остаться только покрасить. Не похоже на слезы радости. Ну, не переживай так. Ну, с другой стороны, по твоим макетам никогда не поймешь, сломан он или нет. Все, успокойся. Вставай. Тихо. Какой ты реветь, давай. Давай, выдохни, давай. Вот, молодец. Давай, говори, скажи что-нибудь. Мне все слова надоели. Понятно. Садись. Держи. Но это ведь не по поводу макета. Нет, по поводу… экзистенциального кризиса. Да, все. Настолько осточертело, что… Да. Ты можешь продолжать, в принципе. Я понял, в чем дело. Знаешь, в чем? Вот ты когда волнуешься, ты ничего не можешь сказать. Тебя замыкает на публике. Но есть еще одна проблема. Пока ты обслуживаешь интересы других, в твоей жизни ничего путного не случится. Рита, там Мишка с дерева упал. Ты где была, когда он лез на это дерево? Мама, так от нее коньяком пахнет. Зачем ты вообще выпустила его во двор? Мама, не кричи на нее, это мы сами сбежали. Так а ты вообще уйди, я не могу тебя видеть. Уйди отсюда, она не может тебя видеть. Оленька, тебе нужно успокоиться. Мам, ну Рита ни при чем здесь. Каждый раз, как ты появляешься, случается какая-нибудь беда. Ты исчезни уже. От меня вообще никакой пользы. Никому. Одни неприятности только. Я бы не хорошо. 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 Все было бы хорошо, если бы я была другой.
выход. Через зал и налево. Спасибо, спасибо большое. Девушка, девушка, может быть, вам скорую вызвать? Нет, спасибо. Но вам же нехорошо. Мне просто нужно домой. Разрешите? Она шикарная. И как нас зовут? Я забыла. Изабелла. Красивое имя. Представляю тебе брачующуюся. Кирюх! Кирюха, это Изабелла. Кирилл меня вряд ли оценит. Самый умный здесь кто? Поговорить надо. Ну, самый умный здесь не самый трезвый. Но вот это тот еще. Когда ты нам станцуешь на столе? Понятно. Алло, полиция? А с чего вы взяли, что это ваша квартира? Паспорт ваш можно? Употребляли? Нет. Ну вот, смотрите. А прописка-то у вас по другому адресу. Подождите, это не мой паспорт. Ну вот, а говорите, не употребляли. Ну что, поехали домой? Пойдемте. Здравствуйте, Риточка. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот я и дома. Спасибо вам. Больше не терять. Всего доброго. Что случилось? Ничего. Марго, ну ты даешь. Ой. 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 Опять таблетки не принимала?
Что теперь будет, а? А что будет? Ничего не будет. Оклемается. Поехали, на встречу опоздаем. Кость, чего? Ну я волнуюсь, зад. Да брось, не в первый раз срываешься. И вообще, для тех, кто лечится от неконтролируемой агрессии, это нормально. Просто головой ударилась. Может, тебе в больницу отвезти? Нет, спасибо, я там уже была. Мне сказали, что сотрясения нет, а провалы в памяти, они скоро восстановятся. Так что, если я буду временами выходить в астрал, ты реагируй адекватно, ладно? Хорошо. На встрече будет Вейнер. А, инвестор нашего шефа, это я помню. Марго, ты наш шеф. Я кто? Тебе томографию делали? Делали. Ты не помнишь, что Дельта тебе принадлежит? Местами помню. А как же Зацепин? А ты у него отжала фирму. Во время приступа неконтролируемой агрессии? Очень продолжительного приступа. Господи, какой беспросветный ужас. Говорить с Вейнером будешь ты. Я после травмы очень плохо соображаю. Еще хуже артикулирую. И голос пропадает, когда волнуюсь. Ты серьезно? А ты не помнишь, что мы на планерке обсуждали? Где? Ладно, понятно. Сейчас позвоню, отменю встречу. Да подожди, подожди. Это же Вейнер. Мы не можем упустить такого важного клиента. Ты сам им все расскажешь. Ольга этот проект вела, я вообще не в курсе. А Вейнер меня пригласил, потому что мы с ним на рыбалке были в прошлом году. Пора удирать. Спокойно. Есть у меня одна идея. Здравствуйте. Вы вдвоем будете? Нас ожидают. Приветствую. Приветствую. Здравствуйте. А где? А, сейчас подойдет. Давно мечтал познакомиться с новым руководством Дельты. Марго не только директор, она наш ведущий и самый талантливый креатор. Простите, я голос сорвала. Да, мы даже хотели перенести встречу. Ну, потом я подумала, раз не удастся обсудить наш проект, то хотя бы познакомимся. Давайте отложим обсуждение текущего проекта. И поговорим о том, что я вижу. Это просто изумительно. Это изумительно. Костя, а что происходит? Я просто забыла сумочку. Ты ее уже продал? Марго, ради бога, простите. Константин не выдал никакой коммерческой тайны. Он предупредил, что эту разработку еще никто не видел. Правильно. Потому что она еще не закончена.
прекрасно. Мы бы хотели купить право первой ночи на вашу удивительную разработку. Это возможно? Обсудим. Обсудим, как только я отработаю комплект. Просто качу, еще туфли прилагаются. И там тоже 80 фактур. Ты это успел сообщить? Только это, больше ничего. Мы бы хотели обсудить возможность приобретения патента на вашу разработку. Отлично сработало. Угу. Я даже не ожидала. Ну что, я тебя отвезу? Я должна переварить все это в одиночестве. Добрый вечер. Риточка. Выпьем. Алло. Костыль, я вернулась домой, в квартире никого. Но это не главное. Просто кошмар какой-то. Я мастерскую найти не могу. Ну и не ищи. Она же в офисе. Ага. Здравствуйте. Что осталось от Зацепина. Да. А как славно лаял он у нас на Бейкер-стрит. Садитесь. Значит так. В 10:30 у тебя встреча с формулой стиля. В 12. Это что? Текущее мероприятие на сегодняшний день. Да у меня список продуктов в 5 раз короче. Успешной сделки, конечно же. Откуда ты знаешь, что я люблю тирамису? А ты писала о нем Деду Морозу, я подглядел. Ну, вообще-то, сумка, это твой стратегический план. Нет за что столько деликатесов. За артикуляцию. Пока я изображала несмыкание связок, ты просто виртуозно раскрутил Вейнера.
что это означает, этот аттракцион щедрости от нашей акулы? Угощайся. Нет, спасибо, я уверена, они со стряхнином. А это у нас что такое? Новый гаджет Марго. Электронный сомелье. Приложив его к бутылке, можно узнать о вине все. Марго задаривает тебя своими подарочками, да? Ты попал в фаворит? Но ты же знаешь, что случается с ее фаворитами? Что происходит? Я освобождаю кабинет для твоего заместителя, который никогда не заведет семью, не уйдет в декрет и будет прыгать перед тобой на цирлах круглосуточно. Подожди, ты мне можешь толком объяснить, в чем дело-то? Думаешь, если они не могут себе слово поперек сказать, то я буду дрожать и присмыкаться? Нет уж, выкуси! А еще подробней? Конечно. Ты же у нас не злопамятная. Сделанного зла не помнишь? Ты что, забыла, что ты мне написала? Пожалуйста. Если ты планируешь заводить семью и плодиться, то о работе в моей компании забудь. Мне нужен заместитель без особых привилегий и отпусков по уходу за детьми. С увольнением не затягивай. Кандидатур на твое место много. От кабинета, от машины, пропуск. Ой. В 11:40 ты собиралась навестить маму в больнице. Здравствуйте, а Телегина Нина Андреевна в какой палате лежит? Телегина? Так вот же она. Слышь, мне через месяц надо быть в форме, а ты мне он целый воз калорий притащила. Тоже мне. А что случится через месяц? Моя свадьба, ты что, забыла? Хотя, конечно, у тебя полно других забот. Тебе на мать вообще наплевать. Мамочка, ты знаешь, я так рада, что у тебя все хорошо. Будет хорошо, если ты проинвестируешь наш совместный с мужем бизнес. Марго, ну я же прошу, сущий мизер. Нет, ну хорошо, давай посмотрим, что у меня в закромах. Мам, да без проблем. Ты можешь не волноваться за свой бизнес. Yes. Слушай, ты когда в прошлый раз мне отказалась помогать, я... Для меня был такой удар. Ну, я на тебя страшно обиделась. Мам, прости, пожалуйста, это был неконтролируемый приступ скупердяйства. Слава богу, он прошел. Ты можешь рассчитывать на меня всегда. Ой. Подожди, а какой у вас совместный бизнес? Лечебные пиявки. Я тебе уже говорила. А. Ну, я подумаю насчет денег. Марго, ты что, издеваешься, что ли? Нет, мам, все в силе. Мне просто нужно обсудить этот бизнес с твоим женихом. Только не это. Ты уже обсуждала. И причем повела себя с ним совершенно по-хамски. С чего ты взяла, что Гамлет Арменович мошенник, который хочет обобрать доверчивую женщину, а? Между прочим, у нас с ним чистая любовь. Гамлет Арменович. Ага. Через 3 дня выпустить Гамлета. А, вон оно что. Я-то думала, это речь о каком-то спектакле. Марго, что происходит? Нет, мам, все под контролем. Можешь не волноваться. Марго, в чем дело? Карин, ты знаешь что-нибудь о Гамлете? Так, ну что, женат 4-м браком, 3 судимости за мошенничество, подлог и махинации с недвижимостью. Держишь овощной ларек. Высылаю тебе информацию. Oh,
Интересный маркетинговый ход. Ой! Не надо меня больше бить, я все понял. Да я не буду вас бить. Больше. Не бойтесь, выходите, просто поговорим. О, если бы я так просто мог выйти, то я бы не стал тут два дня сидеть. Я как только шаг делаю вниз, меня сразу током бьет. Извините, пожалуйста. Я вашу маму больше близко не подойду. А, пожалуйста. Спасибо. А разве можно так издеваться над человеком? А ты в курсе, что еще чип в ноге остался? Чип в ноге? Да, записывающее устройство. Надумаешь кого-нибудь облапошить, запись придет в ближайшее ОВД. Столик в Сорбоне заказан на 7 часов, и номер в гостинице оплачен. Интересно, я когда-нибудь отдыхаю? Только в журналах тебя видел. Даже не знаю, плохо это или очень плохо. Настоящий. Подходит для любого наряда. А это цветок для первого свидания. Может быть, потанцуем? Ой, нет, спасибо, я не умею. Нет, оказывается, умею. Может быть, шампанского? Нет. Господи, что я здесь делаю? Если хочешь, можем пойти в номер. Нет, у меня сегодня еще куча дел. Ты же сама назначила время. Да. Проколы случаются. Ты передумала? А о чем ты? Ну, конечно. Ты вообще не хотела платить. Ты хотела проверить, соглашусь я или нет. Согласишься на что? На непристойное предложение. Как в том кино. Соглашусь ли я за миллион провести с тобой ночь? Дурак, повелся. То есть, я купила тебя за миллион? Тебе что? Миллионом больше, миллионом меньше. А мне нужны эти деньги. И твоей сестре тоже. Раз уж ты выгнал ее с работы. Ольга предупреждала, что ты редкостная стерва. Если ты надумала рассказать о нашем договоре Ольге, она тебе не поверит. То есть ты жених Ольги? Решил вот так вот денег на семью заработать? Миллион? Да ты что-то продешевил! Марго, дорогая, какая же чудовищная ты дрянь. А чё это тебя вчера менты-то подвозили, а? Забыла, где живу. Смотри сюда. Адрес, телефон, персональные данные, а? Круто. Я себе такую же сделаю. Ой, какая ты расстроенная.
Да, я обычно расстраиваюсь, когда порчу людям жизнь. А? Ну! А можно мне посмотреть запись с камер видеонаблюдения? Вчерашний день. Можно, конечно. О, смотри. Стоп. Это же Никита. Никита! С кем живешь, тоже забыла. Всем привет. О, привет. Круто, что пришла. Присаживайся. Привет. Здравствуйте. Я извиниться пришла за вчерашнее. Да я сам виноват, что удар пропустил. Мне ужасно стыдно. Это мой самый идиотский поступок. А мне кажется, он даже в десятку не вошел. Почему я до сих пор не в дурдоме? Потому что дурдом уже закрыт. Маргош, поехали к тебе. Ой, слушай, у меня сегодня... Ой, прости. Да? Слышь, Никитос, что там со Спилбергом-то? Я уже сниматься хочу. Слушай, ты успокойся, ты, это ж Марго. Если она сказала, что мы пройдем кастинг, значит, так и будет. Точно? Точно. Давай. Карина, почему я должна этим заниматься? Ну, костыль на что? Хорошо, я с ним поговорю. Никит, прости, срочное дело образовалось. Созвонимся. Подожди, а ты со Спилбергом поговорила? О чем? Я знаю Спилберга. Господи, и правда знаю. Марго, ты что, опять таблетки не принимала? Кость, привет. Завтра презентация, я одна не справлюсь. Я вообще не справлюсь. Ты можешь за меня ее провести? Нет. Пожалуйста. Марго, если ты опять забыла, кто директор фирмы, я напоминаю. Все важные сделки теперь на тебе. Алло, Марго, ты почему молчишь? А чего говорить-то? Поеду в больницу, голову проверять. На завтра хоть отмазка будет. А через неделю, через две какая отмазка будет? Не знаю. Встречаемся в офисе через полчаса. Зачем? Увидишь. Давай представим, что я потенциальный клиент. Рассказывай. Имеющие глаза да увидит. Если не совсем тупые, разберетесь. Все? Высказалась? Ну что тут разъяснять? Любой гаджет – это максимально наглядная вещь. Он сам себя продает. Ну или его должен продавать тот, кто умеет это делать. Я не умею. Все, я понял. Надо начинать не с сумки. Так, закрой глаза. Зачем? Закрой глаза. Закрой. Начнем с куска пластика. Что это? Это эластичный экран, меняющий цвета. Отлично! Это что? Это аккумулятор, которым я подпираю ножку стола, чтобы не шаталась. Зачем я все это рассказываю? Вот понимаешь, в чем дело? Людей восхищает чудо преображения, когда на их глазах кусок хлама превращается в шедевр. Да, чтобы они сидели и думали, вот за такую хрень мы платим миллионы. У них миллионы, у тебя мозг. Давай, не отвлекайся. Закрывай глаза.
Продолжай. Рассказывай. Когда я поняла, что вот этот вот пластик может стать сумкой, вот эту здоровенную дуру пришлось уменьшить и замаскировать под пудреницу. Вот видишь, отлично. У тебя это получается. Чего ты? Значит так, дома потренируешься, закрываешь глаза и рассказываешь о вещах, которых касаешься. Поняла? Здесь ночью нельзя. Ты чего шарахаешься-то? Ты директор, тебе можно? Я просто недавно в должности и не привыкла еще. Я слышала, наш дружный коллектив ставки делает на мой провал. Ну, я вообще-то поставил на тебя. Так что не дай мне проиграть. Здравствуйте. Это все ко мне? Ну да. Сегодня кастинг на роль замдиректора. А с Ольгой получилось связаться? Нет. Ни вчера, ни сегодня. Экспансия гаджетов, высокие технологии растет. Я с Ольгой никак не могу связаться. Она трубку не берет и дверь не открывает. Тебя когда это волновало? Прости. Сейчас позвоню. Оль, привет. Надо встретиться. Нет, ну по твоему проекту с Вейнером есть вопросы. Через 20 минут? Отлично. Хорошо. Поехали. Спасибо. Я тебя жду на ресепшн. Все-таки хочешь стать одноразовым мальчиком у Марго, да? Попользуется тобой как лохом и сотрет из памяти. Вперед. Карина, отмени на сегодня собеседование. Хорошо. Пока нет ничего подходящего. Ну, а зачем накануне свадьбы работу искать? Никакой свадьбы не будет. У моего суженого другие планы на жизнь. Кость, ну зачем такие вещи делать? Вам надо поговорить. Довольна? Жених меня бросил. Все вышло по-твоему. Оль, что бы ни произошло между нами, я очень хочу все исправить. Как-то тяжело стало идти по жизни эгоистичной сволочью. Я стараюсь измениться. Каждый день понемногу, но быть другой. Заводи ты сколько хочешь. Детей, мужей, фермерское хозяйство с курами, козами. Я во всем тебя поддержу, помогу, я впрягусь в любые твои проблемы. Но вот что касается твоего жениха, пересеклась я тут с ним по случаю. Оля, это не тот человек, который сделает тебя счастливой. Здесь ты права. Бардин, та еще протоплазма. Я так виновата перед тобой. Прости меня и возвращайся в Дельту. Я понимаю, что простить получится не сразу, но на работу надо выходить срочно. Подожди, а ты что, еще никого не наняла?
От кабинета. От машины. Пропуск. Вы еще успеваете сделать ставку? Я тоже думала. Ждете, что презентация провалится? Что она облажается? Вот ущербное племя. Если сделка состоится, вам же имбецилам премию выпишут. О, ты уже тут. Познакомься, это Савва Дроздов, доверенное лицо Спилберга в России. Приятно. Взаимно. Спешу доложить, пробы ваши понравились, так что можете порадовать своего товарища, вы оба прошли кастинг. Даже не верится. Марго, ты выбрала себе мужья очень талантливого парня. Ты говорила, что придумала какие-то эксклюзивные свадебные пригласительные. Надеюсь, оттуда ничего не выскочит? Нет. Ну, пока все как у людей. Я не понял. А в чем фишка-то? Смотрите, вот камера. И она фиксирует ваши эмоции, когда вы читаете наши приглашения. О, судя по физиономии, кто-то не очень рад нашей женитьбе. Ребята, это подстава. Держи. Это приглашение на свадьбу Марго. Клевая идея, правда? Что-то я не понял. А что это ты не понял? Марго выходит замуж за Никиту. Ну что, удачных тебе съемок. Звучит как «давай останемся друзьями». Никит. Да, я знала, что это когда-нибудь случится. Но за столько лет мы стали друг другу родными людьми. А чувства... они остались в нашем чудесном прошлом. Когда деревья были большими, а по земле бегали динозавры. Да. Ах, да, она еще хочет, чтобы ты занялся дизайном ее свадебных приглашений. Что? Ну, говорит, ты ей уже во всем помог. Сделку она главную провернула. И это все, что от тебя требовалось. А ты думал, она тебя, да, женихом назначит? Дурилка ты, Костя, картонная. Ну вот, сплавила меня с Спилбергом. А я здесь уже 2 часа. Надо поговорить. О чем? О твоем новом изобретении? Слушай, ну я в восторге, правда. Идея открытки мне очень понравилась. Извини, не могу этим заняться. На рыбалку уезжаю. На неделю. Эти приглашения... В общем, я рассталась с Никитой.
и свадьбы не будет. Бросила парня у алтаря? Ну да, это в твоем стиле. Это в стиле прежней Марго. А, ну да. У нас новая болезнь. Раздвоение личности. Да я... Господи, как же надоело оправдываться 20 раз на дню. А тебя сейчас никто об этом не просит. Знаешь, да пошел ты. Беспокоят меня твои провалы в памяти. Ну, а вдруг ты завтра забудешь, что свадьбу отменила? Или что, подчиненного своего соблазнила? Ну, коллектив у нас большой. Главное, не забыть, кого соблазнила. Чтоб не забыл. Мальчишек одних, Рита. Рита, Миша мог разбиться. Их давно надо было отдать в какую-нибудь секцию. Отвела и занимайся своими поделками. Мама, она же пьяная. Ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Мама, не надо. С Мишкой все нормально. Оленька, тебе нужно успокоиться. Я доверила ей своих детей. Она доверила тебе своих детей. Миша, а ну покажи. Нигде он не ударился, на нем даже царапины нету. Да подожди ты. Мама, слышишь, что я тебе говорю? Рита его спасла. Да, я летела, она меня поймала. Поймала. Ну, прости меня. Я просто очень испугалась. Меня вот до сих пор трясет. Ну, не обижайся, ладно? Да, я тоже очень испугалась. Один я не испугался.
Разумеется, ты же такой крутой. Можно? Ой, извини, я чуть не столкнула твое сокровище. Ой! Господи, чем я занимаюсь, а? У меня такая масса полезных, важных проектов, а я клею макет для тараканьих бегов. А у тебя есть телефон Вейнера? Вейнера? А вы что, знакомы? Нет, но я очень хочу это исправить. Так он идет сегодня на юбилей к шефу. Отлично. И еще скажи, как лучше, вот так или вот так? Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо вам за поздравления, за вашу работу, за подарки, за то, что сейчас одной ногой в Техасе, другой в Гондурасе. Отдыхайте, продолжаем веселиться. Давайте за это выпьем. Здравствуйте. Добрый день. Вы вот меня не знаете, а я вас знаю. Меня зовут Маргарита, а вы Давид Борисович, верно? Да, очень приятно. Пойди, протестируй, Барри, только незаметно. Хорошо. Замечательно. Давайте так сделаем. Вот вам моя визиточка. Давайте мы завтра часиков в 7 вечера созвонимся и пересечемся. Благодарю. Это интересно. Интересно, Рита сама придумывает эти штуки? Конечно, это ее работа. Поздравляю. Теперь она работает у нас. Профукали своего гения. Конечно. Видел, да? Юрий Николаевич, Вейнер забирает свою фирму Риту. Кого? Риту. Одна нога в Техасе, другая в Гондурасе. Ну и что? В смысле, как что? То есть вы отдаете конкуренту самого талантливого сотрудника? Ты от него в восторге, но это твоя личная симпатия. Я человек деловой, и пойми, я умею оценивать талант, но в разумных финансовых пределах. Алло. Алло. Ты почему на юбилей не пришла? Я тебе тысячу раз звонил. Ты меня слышишь? Да. Надо поговорить. Говори. Мне сказали, что ты уходишь к Вейнеру. Он всего лишь покупает патент на одну из моих поделок. Хочет посмотреть остальные. Я тебя очень прошу. Ничего сейчас не решай. Я уверен, что Зацепин тебе предложит условия. Не хуже. Алло. Кость, давай не сейчас. Алло. Послушай меня. Я сейчас приеду. Алло. Вы не против? Конечно. Ты в курсе, что Рита уходит к Вейну? Спроси у нее сам. Простите.
Ну, я надеюсь, сейчас связь не прервется. И я надеюсь. Все-таки уходишь из Дельты? Я открываю свою мастерскую. А с Дельтой буду сотрудничать, как со всеми остальными. Угу. Крутая девчонка. Собственный бизнес. Ну, посмотрим, как пойдет. А что пойдет? У тебя получится. И вообще, это все твое. Начинаешь новую жизнь. Угу. Ты же сам мне это советовал. Когда? Костыль, по-моему, у тебя провалы в памяти. Я знал только одно, что ты мне нравилась. Всегда. А это, помнишь? Такое я бы не забыл.